Здравствуйте, с вами канал «Вкусный огород Барнаул». Сейчас хочу сказать несколько слов о всходах репы, редьки и дайкона. Каждый сезон выращиваю эти культуры. Брюква была посеяна пораньше, она уже взошла к этому времени. А 5 дней назад был сделан посев репы, редьки и дайкона. Ну, посмотрим по порядку. Вот здесь репа и два сорта дайкона. На этом месте были цветы многолетники, которые сеял с семенами. Они были выкопаны и высажены на постоянное место. Грядка была подготовлена, вспахана, посеяны эти культуры. И вот они взошли. Погода стояла жаркая. И взошли эти корнеплоды очень хорошо. Сеял загущенно, на всякий случай, потому что далеко не всегда бывают такие всходы. Вот это всходы репы. Взошла очень густо. Ну, проредить не проблема. Вот это всходы дайконов. Вот видно, что здесь далеко не так густо они взошли. Хотя сеял тоже загущенно. Вот для этого как раз загущенный посев. Зато появляется возможность отобрать при прореживании самые сильные растения. Сейчас следует следить за тем, чтобы не появилась крестоцветная обложка. Если она появится, сразу посыпать всходы табачной пылью. Иначе можно потерять будущий урожай. Ну, брюква уже растет. Уже настоящие листики появились. А вот на этой грядке редьки. Тоже всходы, несмотря на загущенный посев, не такие уж хорошие. Редька была посеяна после старой убранной клубники. Вот эта редька маргеланская. Ну, всходы за счет загущенного посева в достаточном количестве. Ну а дальше редька черная зимняя. Вот она взошла получше. Некоторые удивляются и пеняют мне, что я так густо сею. Но я считаю, лучше проредить, чем получать потом на грядках проплешины. Тем более семена этих культур не очень дорогие, их нужно немного, и они в достатке. И вот редька белая тоже взошла очень хорошо. Почему-то похуже взошла редька маргеланская. Но всходов тоже хватит. Так что со всходами все в порядке. Видно, что мульчи я не применяю. Поэтому до всходов ежедневно смачивал поверхность грунта, чтобы не было корочки. И росткам было бы хорошо пробиваться на поверхность. Сейчас из ухода только поливы. И уже начну рыхлить. Надеюсь, эти культуры и дальше будут расти очень хорошо. Пока идет все нормально. В конце пожелаю всем огородникам хороших урожаев, всего самого доброго. До свидания.